Всем привет! Сегодня у нас на коротком обзоре ножницы. Ножницы в хозяйстве – вещь немаловажная. Это экземпляр кухонных ножниц, который я приобрел в Магните. Работают ножницы отлично. Сами ножи, ножницы толстые, острые. Ножницы по своей ценовой категории относительно дорогие, 200 с лишним рублей. Если вы привыкли покупать пластиковые ножницы похожей формы рублей за 100 и меньше, то я вам сразу говорю, нет смысла тратить деньги, лучше потратить чуть побольше, купить более-менее приличные ножницы. Про лезвие я вам сказал, режут все, ручки толстые вот эти места прорезиненные, пальцы не наминают, не натирают, заусенец и облоев практически нет, крепашку мы ничего не испытывали, ножницы очень порадовали своей функциональностью, своим качеством, так что рекомендую. Еще раз, это ножницы из Магнита, они стоят свои 200 с лишним рублей. Всем спасибо, пока!